Доброе утро. 10:30 утра. Мы проснулись. Помаленьку отошли от стресса, который вчера испытали. Лена с мужем у нас остались, переночевали. И... Ой. Ой. И уехали домой. А мы накрасились, подухались, навели брови. Еле себя сдержала, чтобы не надеть эту красную помаду. И сейчас я вам покажу, какая погода на улице. Просто. Вы обалдеете. Это ты грохнулся. Скользко, да? Ну да. Ага. Смотрите, какая погода. Просто не видно гор, которые видно было вчера. Мы выспались. Так хорошо себя чувствую. Вот, смотрите, видите, как бобики сюда заезжают. А, это у вас патриот, кстати. Приехали. Слушай, а чего вы ледянку не взяли? Мы с горы будем катать. Ну, давай, давай. Давай, давай. Санки папа взял, да? Хорошо. Куда он? За вот это? Никуда. Это не под эти лыжи, значит. Давай, пока папа лыжи выбирает, мы покатаемся, да? Да? Сидел вот там? Да, я плотнее завяжу шар. Люди катаются, снег метет. Ю-ху! Что? Папочка устал, моя ты девочка. Мамочка тебя покатает, да? Хорошо, что у нас перчатки вот эти непромокаемые. И собачка. Класс. Вот кто-то как едет, смотрите. Кушать. Кушать? Когда я мама просила завтракать, ты что не кушала? А? Сейчас будут ехать наши лыжники. Дима взял очки на прокат. Только тормозить не забудь, никого не сбить. Заметать снег камеру. Просто лепит. На самом деле не холодно, даже жарко. Когда вот так в движении, то даже жарко. Вот тут классно кататься, да? Давай, я вывезу. Нет, я сам. Я за мужик. Ну давай, будь теплее тебе. Ника сидит, как жабка. Ой! Ты что, руки отпустила? Держись, Андрей тебя вывезет. Нет, тяни рывками. Тяни постоянно, но по чуть-чуть. Во! Молодец. Лена с мужем где-то уже потерялись. Я не знаю, где они. Мы пришли вместе. Я пошла к Диме в прокат сюда. А где они, не знаю, блин. И вроде бы две горки только. Где можно было потеряться? Уже там прямо возле машины огонь горит. Как это так? Я хочу домой. Домой? Пошли папу тогда поищем. Андрюш, покатаешься тут вот так, да? Пошли папу поищем. Как он там лыжи берет на прокат? Видите, ровень. Прокат сноуборда, лыж. Пацанам я вчера рассказывала, но сегодня еще раз повторю. Пока, лыжник. Ника, выходи. Дякую. Пошли. Ну что? Все, идем кататься. А ты спросил, сколько стоит на целый день вот тот подъемник? Мультилифт он называется, для деток, либо для тех, кто учится кататься, видите, до середины горки. Есть подъемник, цепляешься и можешь подниматься. Цена на него разовый 20, час 100, 2 200, да? Так, давай меня где-то тут встану.
Видите, как за него? Вот раз за палочку ухватились, стали и доезжает. Такая штука крутится. Лыжники. Не знаю, что видно. Все, Дима, первый раз на лыжах, да? Ой-ой-ой. Ну, все ж тормозит, как ребенок, видишь? Как надо тормозить. Вот так, косолапить. Ой, блин, хоть бы он никого не сбил. Дима! Ой, господи, боже мой. Ну, съехал, слушайте. Ну, съехал же. Ой, боже, как метет. Блин, ну снег бы, я и не знала, что я буду просить, чтобы снег прекратился. Честное слово. То просили снега много-много. Сейчас просим, чтобы он закончился. Чтобы поснимать можно было, покататься. Это в глаза прям, в глаза. А Андрюха с сестрой возится. А чё полчаса невыгодно, Дим? А ну? Нет. Час 200, а целый день сколько? Ну спроси. Вот Дима едет. Это второй спуск его. Первый он ехал, это второй. Ну, умничка, слушайте. Главное в забор не въехать. Он знает, как поворачивать. Класс вообще, молодец. Сейчас покормлю детей тут. Нам, будь ласка, пельмени одни и два чая, звычайных черных. Сейчас будут пельмени через 5 минут и чай. Ника будет, она не ела ничего, а ты чай попьешь, хорошо? Смотри, какой тут камин классный. Ты видишь, какой там, типа, кушать? Да, ты ничего не ела. Хочешь на огонь посмотреть поближе? Да? Пошли посмотрим. Хочешь? Пошли. Там можно погреться. Смотри. Вот так. Нет, ближе не надо. Вот так. И другую ручку вот так. Да? Греешься, да? Нравится? Классно. Сейчас ты будешь кушать. Сейчас. Тетя тебе делает кушать. Делает тебе поесть. Андрюша, ты бы тоже поел? Мы не будем сейчас есть больше. Ой, пошли. Стрельнула. Страшно тебе было, да? Сейчас Лена придет к нам. Андрюш, сними шапку, сними перчатки. Пожалуйста. Дима там катается. Вошел во вкус. Понравилось им. Да. Это сдача наша. Это мама? Да, видишь, девочка тоже ручки греет там. Знаешь, согревается. Да и сними шапку, тут все раздеваются. Я вся в этом. Мама. Да. Тетя Лена вот. Да? Сейчас посмотрим, где наша тетя Лена. Стоит, видео снимает мужа, как он съезжает. Мы взяли пельмешки, блинчики с джемом у Андрюшика. Перекусить и согреться. Потому что Никуля замерзла. Да, Никушечка, ты замерзла? Ой, приятного аппетита. Главное, чтобы маме куртку там не прожгло. Это классно! Классно, это вообще супер, доченька. Я заплатила. Да, заплатила.
Калашкой наелись, напились, да, Ника? И готовы кататься, да? Да. Кататься будешь? Идем наверх. Там где-то папка, вот он съедет. Сейчас покажу вам. Да, Ника узнала своего папу. Смотрите, как едет классно. Ну что, у тебя получается? Да? Дима, ну ты такой молодец. Да, слушайте, вообще. Но ты мокрый насквозь, Димуль. Обедать пошли? Не хочешь? Нет, не хочу, я бы воды чуть-чуть. Пошли, чай возьмем тебе. Там Ника не допила свой чай. Я оставила на столе. Да? Да, можешь. А эта девочка уже не надоела в кафешке быть, она уже наоборот сюда хочет. Давай, сниму тебя. Давай. Дает тебе Андрей санки, дает. Покатай ее чуть-чуть. Садись. Ну дай пусть сядет. Сядь. Ну, Андрей. Вот Дима, видите, цепляется за вот такую штучку, за бугель. И будет ехать вверх. Что? Я пропустил уже. Пропустил? С папой ты хотел? Ты с папой поднимаешься, да? Да. Андрея не взял. Хорошо. Чуть-чуть подними ее. Давай я чуть-чуть подвезу. Давай. Смотрите. Бугель мама такая, да? Бой целлюлиту. Бой жирам. Тяну под горку, девочки, из которой все съезжают, а я тяну. Мама выпила глинтвейн, у мамы сил много. Кстати, глинтвейн очень вкусный. Цена глинтвейна 40 гривен. Такое, знаете, хорошее вино, не спиртовое, может, какое-то ихнее производство. Ихнее слово нет, я знаю, знаю. Едут. Объезжай людей. Ой. Погнали. Как хорошо. Вот Дима там вышел. Что снимаю? Сейчас буду ехать. О, слушай, это ты тут? Я думала, ты там сверху. Все в черных костюмах. Да. Ты же говорил, их возьмешь, когда будешь ехать. Хорошо. Классно подниматься на такой штучке, да? На целый день эта штука стоит 600 гривен, чтобы подниматься. На самом деле не знаю, сколько стоит в Буковеле, но дорого. Видите, и дети так поднимаются. На. Плачет. Первый раз на лыжах стоит. Красавчик. Можно ему завтра будет идти на вот ту горку высокую. Доченька, ты в горах, солнышко мое. А тут твой мальчик и дядя. Дядя едет с такой горки. Большой. Это бугель, видите, как он крутится. Тянет вот эти штучки, за которые держится. И получается, все поднимаются сюда вверх. Это мультибугель маленький. А вот там вот большой. На самую-самую верхотуру вот туда. Идем, зайка, идем. Ника, стой, не иди. Сейчас санки Андрюша сюда привезет, и мы пойдем кататься на них. Видишь, Дима цепляет за бугель санки, цепляет. Вот Дима тащит санки. Они тут садятся сверху и съезжают. Это Дима наш такой придумал.
И замечание ему, кстати, никто не сделал, значит, ничего страшного. Погнали. Андрей орет всю дорогу. Как хорошо здесь. Как давно мы хотели зимы. И вот она здесь, настоящая зима. С ветром, со снегом. И Тима катается. Не-а. Не хочу. А кто будет с Никой? Не. Не хочу. Не. Давай завтра попробуй, хорошо? Андрюшка будет кататься, ты его будешь учить, а я на твоих попробую. Может быть. Уже не поснимаешь, кто-то упал там и транспортирует. С горки могут свести. Никуша, домой, домой и домой. Да? Я покажу цены. Вот. Горячие закуски, супчик, картошка, лаваши, холодное сало, салатики. Мы сейчас выбираем, что будем кушать. Дима заказ делает. Вы записываете уже? Я тебе говорю, когда женщина такая, знаешь, интересная. Просто. А тут у вас еще и сок можно взять. Я поки вона пройде, я забуду ціна. Чо нахі? А що сказав? Уха з форелі. Ого. Завтра можна буде уху з форелі попробувати. Я, короче, вибрала грибну юшку. Я і Лена будемо, да, Ленусь? Так. А мужики будуть чо нахі? Да, да. Три юшки грибні. Так? Да. Один чай чорний. Папа тебе заказал, сейчас блинчики будут. Нам принесли грибную юшку и чеснок. Только какой... Чуть не разлила. Тихо. Только куда сюда чеснок добавлять, да? Я думаю, на хлеб. Да? Угу. Да, там, кстати, а есть сало еще знакомое. У Димы чинахи, Дим. С мясом, с морковкой, с картошкой. Да. М-м-м. Вкусняшка. Тебе сейчас блинчики принесут. А это тебе. Сейчас я тебе порежу. Да, самое интересное. Давай, выходи. Нажимай ручечку. Выходи, выходи, выходи. Ага. Ой, не упади. Все, на шапку его одевать. Ну, видишь, у меня? Я балаклава. Она оделась, оделась. Она пригнется, попробуй. Давай подержу очки. Положи хотя бы полу сюда. Держи. Положи хотя бы полу сюда. Вот. Ну, очки. А куда эти очки? Отнести ему? Ну да. Ну подержи, палка ледяная. А что ты ее схватила? Она упала. Идем мы уже в домик, наш номер. Накатались. Дима остался. Дима с Андреем. Андрей на санках. Дима на лыжах. Он взял скипас на весь день. Мы хорошенечко пообедали. Наелись. Хорошо очень. Цены вообще вы видели. Очень даже. Мы идем. Ника хочет домой. И, в общем, мы будем... Ой, господи. И мы будем, короче, отогреваться в домике. Для Ники это слишком долго. Ей холодно. Ей хорошо, знаете, вот с перерывами отогрелась. Но хотя мы заходили в кафе два раза, вот видите... И Ника отогревалась, но все равно метет. Очки мы сдали, хорошо, что брали. Для детей нужно очки, от снега защищает. Очень хорошо. Ника пошла вперед с Леной. Ой, хорошо, что нам до самого отеля вот так с горы идти несколько минут.
Ну, 5. Ладно. Классно. Иду, супчика поела этого. Суп из... рыбная юшка. Это суп из белых грибов. Вкусный, невероятно. Просто подают с чесноком отдельно. Вы можете себя добавить. Можете себе на хлеб намазать. Такой прям, знаете, как соус чесночный. Очень, что понравилось, блинчики с творогом и с джемом. Детям вообще супер, стоят они, по-моему, 45 гривен. Юшка 50 из белых грибов. Она просто меня... Я балдею от нее, завтра ее же и буду есть, потому что дома из белых грибов юшку я нигде не найду. Смотрите, сколько снега. Стоят вот эти бобики, которые вот там вот у меня за спиной, спускают людей с горки по 60 гривен с человека. Если вы спускаетесь отдельно сами вечером, то они берут 250 гривен за спуск. Поэтому, конечно, выгодно селиться на горе и никуда туда-сюда не ездить. Блин, мы лоханулись. Вот видите, Лена, получается, забронировала это рядом с нашим через один. Но он на низине, вот там, внизу. И сюда им надо подниматься, получается, на этом бобике. Ну, вот днем еще можно с кем-то скооперироваться. А вечером, когда вот мы... там шашлык жарим, где-то посидим, то, конечно, им нужно отдельно ехать. А это все влетает в копеечку. Красота. Вот они там идут. Видите? Я догоняю. Вот съезжает бобик. Сейчас покажу вам. Вот, видите, вот только на таких бобиках тут и можно ездить. Дай бог нам спуститься потом с этой горы нормально, а не так, как получилось у Лены с мужем. Потому что это, блин, стрёмно, знаете. Не дай бог. Но они как-то спускаются. Во-первых, у них есть уже, знаете, и практика. Смотрите, крыши замело. А во-вторых, там какая-то есть пониженная передача у бобиков у этих, и они очень-очень медленно катятся за счет этого. А у нас уже минимум это первая передача. Пониженной половинчатой нету. Сказка зимняя. Вот это да. Вот это да. И не холодно, и снежно. И вид. Видите, вот тоже будет новый отель. Уже на следующий год, наверное. Шале Тростян, видите? Вот отель. Как в Кирилловке. Идешь к морю, и тебе базы с названиями. Так и тут базы с названиями. Это уже, походу, наш, да. Вот там внизу мы живем. Мы по ступенечкам спуститься, и там живем. Вот нам как близко с горы. Вот я все время шла и с вами разговаривала. Несколько минут, мы сейчас по ступенькам. Чик-чик. Вы решили обойти? Девочки? Не рискнули сюда идти по ступенькам? Видите, какие тут ступеньки? Просто садись и съезжай. Ой! Ой! Мать моя женщина. Лена, а вы куда? Я не знаю. Нам сюда? А я вас зову, говорю. А вы решили обойти? Я не слышу эти шапки. И пошли дальше. До Божьей Матоньки. Это не наша, да. Не наша. Девочки, красавицы. Вот туда наша. Вот наша машинка там стоит. Прогульщицы. Ты слушалась Лену? Лена, с лыжными палками.